целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Актюбинской области в период с 17 мая по 16 июня проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Безопасная дорога». С начала оперативно-профилактических мероприятий пресечено более 7 тысяч административных правонарушений. Из них за управление транспортным средством состояния опьянения привлечено 42 водителя. За превышение установленной скорости привлечено 756 водителей. За проезд на запрещающий сигнал светофора 76 водителей привлечены к административной ответственности. Также 796 пешеходов привлечены за переход в неустановленном месте. Департамент полиции Актюбинской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и быть бдительным на дорогах.